Республика Башкортостан. Европа и Азия. Бескрайние степи, реки, озера и древние Уральские горы. Место силы, красоты, гармонии. Мы республика с древней и богатой историей, веками жившая в дружбе с Россией. Мы первая автономия в составе Советской России и первый нефтяной край в Урало-Поволжье. Башкортостан – территория прогресса и инноваций. Крупнейший современный центр нефтегазодобычи и нефтехимии. Республика с сильной экономикой, с богатыми природными ископаемыми, к которым мы бережно относимся. Башкортостан – территория мощной энергетики, большого металла и передовой фармацевтики. Мы заботимся об экологии, поднимаем в небо лучшие в мире самолеты и собираем вертолеты. Открываем новые производства, создаем рабочие места, особые экономические зоны и лучшие условия для бизнеса. Мы благоустраиваем наши города и села, реализуем транспортную реформу, обновляем автопарк медицинской и школьной техники. Столица Башкортостана – город Уфа. Здесь проводят крупные деловые, культурные и спортивные мероприятия. И здесь, как и во всей республике, мы заботимся о жителях. Башкортостан – важнейший транспортный узел между Европой и Азией и очень гостеприимный край. Мы принимаем гостей и знакомим их с нашей историей, с национальными традициями и культурой, с мелодиями курая и кубыза, угощаем башкирским медом и кумысом и организуем отличную туристическую инфраструктуру. Самое главное в Башкортостане – люди. Нас более 4 миллионов и 160 национальностей. Мы уважаем все религии, ценим друг друга и прославляем наш край. Протягиваем руку тем, кому нужна помощь, и своих никогда не бросаем. Башкортостан – надежный деловой и промышленный партнер. Мы всегда в движении вперед. Мы рискуем и побеждаем. Мы учимся, открываем новое, бережем историю, создаем и внедряем в жизнь современное. Башкортостан – родина сильных духом. И у нас большое будущее.